Лагерь благословенный, просто благословенный. Я не знаю, Бог благословил все, и погода, и настроением, и, знаете, и участием, дети довольны. Слава Богу, классно все. Если говорить о глубине духовности, которая была в лагере, о высокой самоотдаче всех наших вожатых и администрации, это действительно, дети были отданы в руки Бога и в руки профессионалов. Очень большая, шикарная, насыщенная программа. Люди вложили сердце, и я просто уверен, что с тех пор, как Ефес стал христианским, все эти дети в будущем – это служители, это хористы, это проповедники и пастора. Я потерял голос. Probably the best camp I've ever been. I think the kids learned a lot. I think it was one of the best camps we had. It was awesome. I love the lake, I love the food. Просто потрясающе. За последние 10 лет я не видел лучшего лагеря, чем здесь. Дети настолько довольны, что им было тяжело даже заснуть по ночам. И они вставали рано-рано утром для того, чтобы побыть на конкурсах, соревнованиях. Была очень дружная команда, вожатые были очень дружные. Наш лагерь Фест просто самое потрясающее мероприятие, которое было за последние 10 лет. Мое мнение о лагере о том, что наши дети очень благословенные. И лагерь прошел благословенно. Замечательные дети, родители, вы воспитываете хороших детей. We see lots of camps come through here, and it is so well organized. The kids are so nice. The leaders have planned everything out. You're probably the most organized camp I have seen come through here in 10 years.